Здравствуйте, любители видеоигр, с вами Джонни Донат и Кармак, и мы продолжаем Всем играть. привет! Это ботва. Погнали давай. Чё, танк возьмем? Не, давай на машинку. Давай, ты за рулем. Не-не, ну... Давай ты за рулем. Я Давай, хреново... катайся, блин. Я хреново вожу. Ладно. Окей. Окей. Чё, все село, погнали. Вообще, для тех, кто любит эпичные игры, батла — это вообще супер. Потому что тут дофига... Чё произошло? Тут дофига эпика. Вообще ничего не понятно, ребят. Так что... Мы чё, взорвались? Потому что ты въехал в цистерну. Вот вам первый эпик, да? Я виноват. Пипец. Дислоцируйся ко мне, блин. Сейчас. Фух, ну это был эпик сразу, блин, просто не отъехали даже. Вот, реально, ребят, вот те, кто любит эпичные игры, вот это просто... Да стой ты, дебил! Давай, давай, быстрее, тебя вижу, жду. Но на самом деле... Да стой ты! Погнали. Вот если хотите играть со смыслом, то это точно не про батлу. Тут нет смысла вообще. Ну что, давай второй раз. Мы, кстати, взорвали этот видео, цистерна. Да. Теперь... Тут не то, что смысла нет, ребят, тут вообще ничего нет. Так я... ничего нет. Тут есть драйв, тут есть текст. Я тут порой вообще не понимаю, что происходит. Ну да, тут, конечно, да тут не смысла делать, там сверху вертушка. Смотри, осторожно. Нифига, танк, вылезай нахрен. И беги, со всех ног, меня задавил танк, походу. Я бегу, короче, от танка. Встретимся там в безопасном месте где-то. Потому что нас убьют на раз два. Ты чё там спустишь, тебя сейчас... Я его шма! Это ж так, вражеский, он тебя сейчас снова выстрел снесёт. Я его попробую с гранатки, что ли. Он тебя прицелился с гранат, короче. Я его... Мы его завалили! Да! Тебе дали очки за это? Да. Тебе нифига не дали. Какого? Мне дали очки. Стой на месте, куда ты... Куда ты вообще у меня задавили? Меня враг задавил. Что ты пропускаешь вообще? Вылечи меня. Ты еще живой? Меня убили. А, мне дали очки, короче. Какого фига? За что? Почему тут так честно? А я его гранаты убил. Походу я его все. Мне тоже очки дали, посмотри хоть. А я просто... А, нет, у тебя ноль. Ты че, тормоз? Я нажимаю на тап, у тебя ноль. У меня 20. 0, 2, 20. У тебя 0, 2, 2. Это две смерти. Очки — это счет. А, у меня 30 очков. Че ты рассказываешь? У тебя 0 очков. Вот ты ложу. Ты куда побежал? Черт. Враг а, давай, давай, садись. Че ждешь? Стоит, блин, рядом, не знает, что делать. Вообще крутой парень. Мега просто. Такой, знаешь, обернулся, такой посмотреть, что надо. Ну че давай? Здесь все. Поедем за танком. За танком, блин, че так он резко остановился? А, парень, ты офигенный водитель, конечно. Ладно, в следующий раз ты будешь вести. Вот, понимаешь, в чем прикол? А, что происходит? Как там? Вертолет там летел, вот, да. Заходим как раз в точку. Давай. Сиди за пулеметом, я выйду, а ты сиди за пулеметом. Куда ты меня посадил? У меня пулемет теперь вообще... А, ну вылезай тогда, если не можешь. Да не, все, теперь нормально. Так, да, тут эпичен, тут ты можешь из-за укрытия стрелять, вообще, вот я тебя посадил, честно говоря. Это же я... О, сзади враг, быстрее, обернись, чувак, вот там на лестнице, да обернись ты. Сейчас посмотри, дай час я. Вот он, вот он, вот он, блин. Вижу. Убей его. Давай. Чё за позор? Да ё! Ребята, на танке рядом стоит, а ты его... С чего он я не понимаю, с чего он шмалял? Пушка нормальная. У меня лук тоже. Хотя бы даже можем взять другую. Ну правильно, он с револьвера. Револьвер. Револьвер рулит. Ты ко мне садись тут. Садись пока. Ну я сажусь сразу, да, в тачке тогда. Окажешься. Я тебя жду. О, видишь как? Раз. И ты сразу в танке. Давай, ты ведешь, я стреляю. Тоже на цель, если что. Чё, поехали на Е тогда?
вот там идет враг впереди, смотри, вон он бежит из-за этого контейнера, вон туда шмальнул. Стреляй вот там вот, да. Ща его забьем, ну что на танк. Вон он, вон он, вон он! Бей, 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 ну что ты ждешь тогда? Говнюк у него РПГ, убит, убит, справа, справа пробегает. Вон он, прям сзади нас убит. Мы его задавили, и нас убили. Ну мы, кстати, двоих убили с тобой. Зацени на тап, сколько очков дали. Да, 240. Как раз, да, да, да. У меня 340, у меня был 140, получается. Нифига мы с тобой вообще двоих убили. Так вот. Ну да, ничего так. Боги батуй, блин. Че, давай тачку легковушку. Хотя. Да. Давай легковушку за эту. Погнали. Ты сел? Нет. Давай тоже ничего. Все, сел. Так. Наверху там все летает эпично. Сейчас я умру. Я думал, только разобьется эпично. Вон, поехали на бэкер. Позже. Ну ладно. Для разнообразия или на какую-то там по дороге что-нибудь еще встретим. Давай, Дима, езжай. Давай по дороге, парень, парень, по дороге! Ща, ща, ща. Выйдем, блин. Что-то мы вообще просираем, походу. Зацени все вражеские точки. Просто эпик. Поехали на Б. Сейчас вою первую точку. Даже честно выглядит. Кстати, выходи. Против, что-то там РПГ противник в нашем секторе. Вот все. Я буду. Да выходи. Лучше спрячься. Они могут даже не заметить тебя. Внимание, вот, мы нейтрализовали цель. Прием. Ща мы. Затащим игру. Вот видите, мы эпично захватываем базу. Да-да, вообще вдвоем, знаешь, так, как эти там армии целые. Мы захватили флаг, нам два дали. Нам дали по 250 очков, мы возвращаемся. Погнали, 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 быстрее, там кто-то нас уже шмаляет. Мы возвращаемся в тачку. Ну давай, возвращаемся, я уже не сижу. Я сижу. Так, поехали на вообще так. Погнали, 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 погнали. Они вообще так посмотрят, типа, на их территорию. Раз, захватили точки. Только смотри, там есть танк, сразу будет прыгивать. Что-то да, полезно. Да. Ну один танк мы завалили, чё ты? Ну ты вообще дурень. А ты встань, кстати, вот отсюда разверни, просто пушку разверни. Парень. Давай, я... Вот отсюда, да, прикрывай. Вот я тебя прикрываю, парень. А я рядом с флагом, и что скажу? И все, и мы сидим с норм. Флаг нейтрализован, это пока еще не захватит. Чё ты вышел-то, сиди. На всякий случай. Ну да, кстати, так как-то получше. Ой. Внимание, такой вид хороший, да? Такая война тут идет. Давай, что тачка еще не настолько у нас, еще не совсем раздолбанная, тогда садимся. Погнали. Две базы наших, парень. Давай. Норм. Можешь же затащим игру выиграть. Все. Давай, ребята, вот так вот надо играть в батл. Да-да-да, я ж тебе говорю, боги батл. Мы же не проиграем, вот, пожалуйста. Мы тащим всю игру, заметьте. Все нубы там что-то играют, воюют. Мы просто проедем сейчас все базы, захватим и все. Противотанковый противник. Ты осторожно, тут видишь, тебе говорят про... Ты, господи, я думал, это вражеский вертолет все прилетел, я прям... Выпрыгивай, короче, пофиг. Тормози тут, я прикрываю. Да прикрывай, я тут, короче, встану в таком эпичном месте, чтобы меня не запалили. Ну вот норм. Сейчас стрельнем все, захватим эти... Флаг нейтрализован, норм. А где вообще враги? Интересно. Вот он, один. Один? Давай, стреляй. Я просто не хочу, меня убьют сразу. Откуда? Где? Пропали мне его на кью. Кто-то, а откуда? Черт. Пофиг, надо, чтобы я завоевал. Давай, сейчас он где-то здесь рядом. Он, сейчас я тебе буду палить его, палить. Я вижу, он пробежал только я боюсь. Как так выйти? Вон он. Убит. Нет, не убит, это я убит. А с чего он меня так вальнул? Еще и порадовался, слушай, что сказал? Вальнул, сука. Ого, сколько у нас? У тебя 1450, у меня 1340. Да норм, мы же тащим игру. Да там? Смотри, три базы наших. Мы как раз три базы завоевали, давай погнали. Мы с тобой, видишь, как на транспорте хорошо оружие.
потому что сложно играем. То, что... Ну давай, Е, воспользуюсь, я же нажму. Не то, что эти нубы. Да-да-да, нубы какие-то идут. Там смотри, слева вертолет. Его. Да. Подстрелишь, вижу. Пока едем. А, высоко. Жалко. Так, поехали на Е, ну тут близко, наверное, заходим. Ты смотри впереди, они помнишь, там прятались. Осторожно. Ты не шатай. А я пытаюсь ровно их, потому что его заносит много еще на таких буграх. Так, так, так. Пока никого. Ладно, вылезай, пофиг. Здесь пройдем с пешочком. Подожди, будет. Куда я вообще когда-то? Давай здесь пройдем, чтобы наверняка их застать в раз. Застать в раз. О, блин, что здесь творится? Скид бомбежку, что ли? Бежим, 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 бежим. Я вот здесь, короче, спрячусь, оцени, где я был. Ты вообще я... где? Я не вижу. Я прям на базе стою. И посмотри по радару, где буду я. Вот, фок не дрезон. Я справа от тебя вижу. Сейчас, ты стой, да. Вон там. Вертолет, противник к нам побежает, осторожно. Спрятал. Все, захватили. Мы захватили флаг. Давай тачку найдем, я сейчас к себе пробрался. Она там стоит, пошли, пошли, побежали. Я могу, видишь, пройти сейчас, я обойду. Давай, 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 она вот она да, стоит. Да, да, я вижу, погнали. Ты за руль. Ну, как всегда. ВДВ? Это боевая машина ВДВ. Ага. Нифига. Ого! Давай, 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 пали, пали, пали. У меня эта тачка, меня убили, по-моему, тачка сломалась. Черт, какого? Беги, короче. Потом сядем. Не покатаемся мы с тобой, пешочком придется идти. Давай, погнали за мной. Блин, меня уже убивают, давай быстрее. Здесь у меня лечилка есть. Лечилка, иди ко мне. Беги ко мне, тут аптечка есть. Я бегу. Ну, беги быстрее, вон. Тут, видишь, у меня фигня есть аптечка. Куда ты пробежал меня? Там шмаляют по мне. Так по мне, вот, спрячься, я ж специально спрятаюсь, парень. Чё ж такой еврей? Пробежал мимо, я тут специально место зашкерился хорошо. Он пробегает мимо и дальше бежит. Опа. Так, ладно, я побежал дальше, давай погнали. Меня что-то выносит. Да пофиг. Чё, тебя выносит кто-то? Из игры выносит, ха. А, это уже другой вопрос. Это плохо, парень. Нет, ты вот стоишь, что ты мне рассказываешь. Погнали. Сейчас, погодите минуту. Парень. Я не знаю. Сейчас все. Блин, нас откуда уже убивают. Да ты. Короче, я начал бежать, и ты мне преградил путь. Я не смог убежать. Укрытие. А у меня просто игра вообще заглючила. Просто красава. Мне игра заглючила. Я понимаю, но просто такая эпичная ситуация. Я начал бежать, только вот начал бежать, и понял, что я не могу из-за тебя. Ребята, это лажа просто. Это да ладно, ладно. Бывает что. Вы посмотрите вон на наши места, очки, их мы вообще тут тащим просто. Да, кстати, я на втором месте. А я на третьем. Да норм. Ты все-таки в игру пошел, значит? Давай. Ой, погнали, а че, где тачка? Здесь есть? Давай на этот байт посмотрим. Просто мне в ломку на другую бежать пока. Ща, не, я хп восстановлю, а то я спрыгнул неудачно немного. Тут нет ни хрена. И поищем сейчас. Может быть есть. Где-нибудь там хотят, реально нет. Блин, ну пешочком погнали тогда. Вот. Пешкадралом. Ага, да, да. Веди нас чудо техники. Да, 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 да. Ты куда побежал вдруг? Давай гору с разных сторон обогнем. Нет, просто в горку там. Вдруг не заметит. Так я иду по горе специально. Там. Блин, вот это давай на точке С, короче, встретимся. Да, вроде она близко. Вот этот вижу... самолет, он меня бесит, он летает, ни хрена не делает. А понимаешь, там люди такие же, как мы, попадают, которые управлять им не могут. Не то, что там стрелять, что-то делать, а вообще не понимают, что надо делать. Ой, я сейчас упаду больно. По-моему, не хамаю. 77. Парень, прикрывай, давай. Я тут стою, ты же видишь, продар. Ой, там противник, противник. Нет, там наш. Противник. А, вижу, вижу. Короче, спрячься, просто пережди лучше. А то сейчас убьют с пулемета быстро. Я на точку С бегу. Сейчас ее захватим по-быстрому. Меня не заметили, я за куст спрятался. Я ж тебе про это и говорю, тут же можно совершенно спокойно заметить. Все, я точку С захватываю, давай беги. Ну что там без меня-то, а? Так я жду, успеешь еще захватить. Я тут посныкаюсь пока как-нибудь. Противник отбил цель, прием. Слышал, там противник отбивает цель. Вон, я тебя жду, давай успеешь. Парень, ну куда ты все поедешь? Как ты побежал? Ты мог по прямой просто пробежаться. Обходит еще главное.
Это так смешно, главное, вышел. Ну, чё ты куда-то смотришь на меня, посмотри. Где ты? Вот он, я перед тобой, чувак. Обернись, вот, давай, стоп. Вот в меня стреляют, меня убили, отлично. Флаг захвачен, Мари. Красава. И у меня медаль атака флагов. Молодец. Ты меня обошел по очкам, потому что я сдох, а тебе засчитали захват флага. Ха, е! Ну ладно, а тебя же убили. Да, убили. Ха, ну ладно, ладно. Я успел захватить флаг. Блин, ну ладно, ладно, нормально. Че, давай тачку опять берем. Да ну я так стоял долго, и ты так пришел, блин, захватил. Я его, кстати, ранил. Цель потеряна. Я поранул. Я вашу мать. Да-да-да, там такие эпичные фразы бывают, там и матом мог русский, это да. Это вот озвучки здесь на высшем уровне, конечно. Ничего не скажешь. Чё мы походу очень жестко мы это всираем. Очень жестко. Хорошая работа, цель захвачена. Сейчас поздравлю. Так, тут вода, парень, вода! А, куда? Выходи нахрен. А как тут забраться? Давай по лестнице, гоу. Нас уже бомбят, гоу, на лестницу. Чё нас бомбят? Мы плывем, ребят, мы плаваем. Мы просто плаваем, мы плавцы. Мы к Е приехали, погнали, тут она не наша, как раз захватим. Только прикрывай меня, а то меня сейчас убьют тоже. Ребят, мы просто плавцы, чё палить? Давай, быстрее, блин. Куда, где ты? Ты что, издеваешься, парень? Ты идешь прям ко мне, вот сейчас иди направо, потому что и буду я здесь сидеть, вот. Это я, вот я палю тебя. Я вижу все. Вот и все. Флаг нейтрализован. Я, блин, мы просрали, не успели даже захватить. Но нейтрализация флага там защита. А, ну ладно, наша команда проиграла. Ну на этом, наверное, на сегодня все. Встретимся в следующих сериях. С вами был Джонни Дон и Кармак. Это был Battlefield 3. Мультиплеер. Всем пока.